Привет, девочки. Я опять чью сумку. Что-то меня понесло. Вот такая сумочка у меня шьется. Вчера начала вечером. После той джинсовой. И вот такой у меня стол в зале. Такой бальдерьера. Тут все лежит. Ножницы, ножницы. Ножницы, все, что нужно. Машинка стоит. И Морзик лежит, контролирует маму. Вот, окна. 3 часа у нас. И вот уже так пасмурно. Розочка моя цветет. Посмотрите, какая красота. Красненько. Ой, какая прелесть. Посмотрите-ка. Нет у нас ни герани, у нас одни розы. Вот такая. Ну что, насчет сумочки. Значит, это какой материал? Это у меня джинс. Зимние брюки у меня были джинсовые. Вот они такие внутри. На флисе. Вот такие вот. Вот. Это моя юбка. Я ее совсем мало носила. Она была по косой, мне она не нравилась, по косой сшитая. И вот я ее применила сюда, она очень-очень рисится. Сумочка эта будет без подклада, хозяйственная. И вот я руками, машинка не очень-то берет толщину эту, я вот руками. Тут все ее так, я не знаю, как этот шов называется. Вот иголкой обработала вот здесь вот все. И потом проложила еще тут вот 2 строчки. Вот 2 строчки. Поставила от других черных джинсов вот этот вот кармашек. Ну, чтобы для красоты. И маленький-маленький кармашек. Ну, я не знаю для чего. Ну, что-нибудь можно сюда запихать. Вот. Вот такое дно. Вот. Все это хорошо получилось у меня. Все сложилось тут. Ну, прямо супер. Вот, а это нашивка тоже от джинсов. Я даже не знаю, от каких. Ну, для красоты. Тут красненько, и пусть тут немножко будет красненько. А изнанка просто вот такие вот 2 полоски джинсовых и 1 такая полоска. Ну, в смысле, 2. Вот. И сейчас вот я прострочила тут вверху и поставила кнопки. На эту сумочку поставила кнопки. Вот она. Вот так вот будет. Ну, еще тут я проглажу все, тут мелком отмеряла. И сейчас буду пришивать вот эти вот стропу. Не буду ее ничего вот уплотнять. Как есть она, так и есть. Пришью. Вот сейчас меряю. И пришью 2 ручки. Но 2 ручки я там большие делать не буду, потому что все-таки это хозяйственная сумка. Вот. Что-то тут как будто бы и тут больше размер. Да, я мерила вроде бы нормально. А на камеру как и больше. Сейчас перемерить надо. Так, сейчас я посмотрю, скажу вам, сколько ширина сумочки. Где у меня? Так. Вот наклеивают в магазине. Вы посмотрите, что творят скотчем. И ничего это не убирается. Это значит 41 сантиметр сумочка шириной. И высота сумочки. Ничего не вижу. 33. 33 сантиметра. Вот. Вот хозяйственная сумка. Сергей говорит, ты ведь сшила вчера сумочку, а эту куда? Я говорю, я с той пойду в магазин, а ты с этой будешь ходить. Вот. Ну, как дошью уже, окончательный итог еще покажу.
Вот у нас обещают до 17 градусов мороза. Не знаю, будет, не будет. Вот, будем шить. Ну что, друзья, пришила я ручки. Вот так вот получилось. Вот такие ручки получились у нас. 45 сантиметров. Вот. На расстоянии 6 сантиметров здесь у меня. Здесь 12. И обратная сторона. Вот такая сумочка получилась. Вот. Эта сумочка хозяйственная. Нам две сумки нужны, потому как мы ездим в магазин. В центре у нас магазины. Сергей у меня идет в один магазин по хозяйству. Там винтики, шурупчики, гвоздики, лампочки. А я иду в промышленный, где наши девичьи штучки. Потом встречаемся у машины, выкладываем, что кто купил. И идем продуктовый. И две сумки нам совершенно необходимы. Старая сумка у меня уже пришла в негодность. Мне кажется, даже я ее выброшу. Надоела она мне. Тоже и джинсы связаны. Но я ее показывать не буду. Она не в презентабельном виде. Вот так получилась такая сумочка. И теперь мы с сумочками с Сережей. Вот. А то все с пакетиками. Не знаю, сошью ли я детям такую сумку. У нас дети любят с пакетами ходить, там же в магазинах пакеты дают. Они накопят пакетов куча, потом мы приезжаем, эти пакеты в сумку и отвозим сюда. Потому как они нам вообще совсем необходимы. Мурзик, Мурзик, не царапайся. Вот носится. Сергей в лес берет. А они, чтобы не выбрасывать. И вот так у нас получается. Вот такая сумочка. Ну, ой, размахалась. Все уронила. Вот так. Две сумочки у меня получилось за 4 дня. Ну, это, конечно, можно было бы быстрее сшить. Если бы, конечно, с утра до вечера эта сумочка за день сшилась бы. Но домашние дела никто не отменял. Вот. Мы еще сейчас в баньку сходили. И вот я начала дошивать ручки. И вот такая вот она получилась. Вот такая застежка. Так, она так ее чмок. И она застегнулась сама. Вот так. Чмок. И сама застегнулась. Быстро и хорошо. Она без подклада хозяйственной сумки. Так, вот она у меня. Вот тут я руками все обработала. Все швы. Вот она так рисится сильно-сильно. Видите, вот что. Все руками это обрабатывала. Вчера вечером и сегодня утром. Вот. Спасибо за внимание, за комментарии. Здоровья, удачи, всего-всего наилучшего. Пока-пока.